вот сегодня ребята собрались после трехдневной паузы и готовятся к матчу с ЦСКА. Конечно, битва с чемпионом – это всегда праздник. И мы призываем вас приехать, поддержать на ЦСКА-арену наших ребят, заполнить гостевой сектор и сказать: «Вот вы, Витязи, вперед!» И мы говорим: «Едем за победой!» Нам сейчас очень нужны очки для попадания в плей-офф. И будем стараться и делать все возможное для этого. Сейчас этап такой, его надо пройти с достоинством. И попадать нам было всегда, ну, не просто, скажем, там всегда приходилось конкурировать. Матч ЦСКА. Один раз вы играли в этом году, второй раз. Это будет тяжело, но попробуем. Уже, да, уже знаем соперника. На самом деле полегче, мне кажется, будет. Полегче. Просто надо подготовить физически себя и выходить играть. Ну, ребята хорошо отдохнули. Я тоже хорошо отдохнул. Провели, используя время, восстановили силы. Сейчас с новыми силами идем в бой. Что самое интересное было во время вот этого трехдневного отпуска? Ну, я провел с семьей, с друзьями, насладились моментами семейной жизни, и сейчас уже с командой идем дальше работать.